Доброе время суток, добрый вечер вам всем. И сегодня у нас будет посвящена встреча новому каталогу, который у нас сейчас только начинается. Для того, чтобы было эффективно и результативно, пожалуйста, ответьте мне в чате, нужно ли делать звук громче, хорошо ли меня слышно. Дайте обратную связь. Ну и, конечно же, да, здравствуйте всем, всем привет, и надеюсь, сегодня у нас встреча такая будет результативная, и вы будете активны в чате, пожалуйста, задавайте свои вопросы, какие у вас будут возникать. Ну и плюс к этому рекомендую вам, если вы еще не взяли, берите каталог или берите листочек с ручкой для того, чтобы записать те продукты, которые вам больше понравятся, и, конечно же, можете помечать еще в каталоге, если вам нужно будет какие-то вот пометочки для себя, для своих клиентов. Вот, ну что ж, кто меня еще не знает, давайте познакомимся. Меня зовут Елена Корзинок, участник проекта «Территория роста», старший менеджер. Конечно же, первое, с чего началось мое знакомство именно с компанией, это с продукцией. Я ее очень полюбила и люблю ее до сих пор. Это любимая продукция, которая у меня в ванной комнате стоит. И ей не изменяю, ассортимент компании, конечно же, очень большой, широкий. Более 1500 наименований. В нем тяжело сориентироваться, но самое главное, чтобы сориентировались вы. Нашли те любимые продукты, которые вас вдохновляют, которые вас радуют, которые вам приносят удовольствие. Конечно же, мы все разные. Не будет того, что все будет нравиться все одно и то же, но в любом случае найдите именно то, что вам больше нравится, о чем вам потом захочется другим рассказывать. Ну что ж, у вас в руках, я надеюсь, что у вас в руках уже сейчас действующий каталог, и вы готовы знакомиться с теми новинками и с теми самыми выгодными предложениями, которые на данный момент есть в каталоге. Что самое интересное, что данный каталог, он такой, вы знаете, когда его берешь, вот только на обложку смотришь, он такой вот, как нежный, легкий, невесомым кажется. И он уже сразу, первая обложка говорит о модных тенденциях, которые на данный момент идут сейчас во всех домах, и которые мы можем увидеть, просто зайдя в интернет и ведя модные тренды осень-зима 2016. Поэтому... И начинается все с того, что мы затрагиваем вопрос, что значит быть женщиной. Но в первую очередь это быть собой. Быть собой, и, конечно же, секрет нашей красоты, нашей женственности состоит в том, чтобы мы сами решаем, какими мы хотим быть. И здесь нам компания Reflame рекомендует открыть нежность, смелость, естественность, яркость, позволить себе быть настоящими, и твой образ – это твой выбор и наше, конечно же, решение. Здесь компания Reflame нас подсказывает уже в каталоге различные решения, какими вы можете быть, как вы себя представляете, как вы хотите измениться. Если кто-то посмотрел в зеркало, хоть нет, завтра начинается новый день, и я хочу выглядеть совершенно по-другому, пожалуйста, здесь вы можете найти для себя решение. Если вы хотите просто подчеркнуть тот образ, который есть, быть более естественным, более легкой, более такой невесомой, здесь компания предлагает следовать таким вот тенденциям, которые сейчас именно идут. Дело в том, что не так давно появился тренд, это нудовский макияж, когда абсолютно все в пастельных тонах, когда минимум косметики. И сейчас этот макияж, он подчеркивается тем, что компания обращает внимание на то, что макияж должен быть, не выглядеть как маска, несмотря на то, что он, естественно, делается в таких пастельных тонах. Он должен быть выполнен так, чтобы вам самим было легко, ваша кожа дышала, все абсолютно было легких, невесомых текстур, и, конечно же, все соответствовало самым лучшим качествам. Так вот, появилась новая линейка в компании, которая именно позволяет сделать нам и ангельский взгляд, и ту легкость и естественность нашу подчеркнуть. И вся эта серия в декоративной косметике, сейчас о каждом из продуктов я подробнее расскажу, предлагается по выгодным ценам для тех, кто делает покупки в компании Reflame. Так вот, акция состоит в том, что вы, если делаете заказ не только этих продуктов,
ну, еще дополнительно, еще какие-то для себя любимых братья, либо ваши знакомые, клиенты, при заказе на 230 тысяч, либо на 23 рубля, вы можете приобретать любой продукт из этой обновленной декоративной косметики со скидкой 50%. Ну что, давайте знакомиться с каждым из них по чуть-чуть поподробнее. Первый из этих продуктов – это тушь. Причем тушь, скажу, что не та, которая вам позволит несколько нанесений сделать, и у вас будет, не знаю, широкий распахнутый взгляд. Причем здесь специально подобрана кисточка, поскольку он более для того, чтобы создать естественный макияж, ваш, так как будто бы естественные реснички. Здесь специальная мягкая щеточка. И плюс, как я говорила, для того, чтобы не только был макияж, но и чтобы кожа ваша легко себя чувствовала, но и плюс ваши ресницы тоже себя легко чувствуют. Здесь добавлены специальные масла, которые будут ухаживать. Это масла подсолнечника и семян их. Поэтому дополнительно к естественности, к модному вот этому тренду будет еще плюс уход за вашими ресницами, и плюс дополнительно вы получите еще плюс к этому. Кроме того, что мы подчеркиваем всегда ресницы, мы всегда используем тени. Так вот, здесь тени очень интересные текстуры. Они пудровые. И мне чем нравится, что здесь это как вот волшебная пыльца, можно сказать, новиночка это, которую вы можете по несколько слоев нанесений. Вы можете создать макияж от дневного до вечернего. То есть в зависимости от количества нанесений вы почувствуете, что у вас будет более ярче становиться насыщенный цвет. Еще скажу, что обычно такие, ну вот такие тени, я еще их не видела, но смотрела, как их наносили по видео, такие тени очень красиво смотрятся в вечернем макияже, да, поскольку они переливаются. И здесь вы можете использовать еще плюс эти пудровые тени, но и дополнительно еще применять к привычным вам теням, и у вас получится очень яркий перелив, красивый вечерний макияж. Но если для дневного, просто как легкая такая вот дымка, то здесь вы можете их просто одни использовать. Очень красиво идет рассказ, когда компания представляет сама социальные новинки, здесь Алена Терещенко дает рекомендации, посмотрите видео в интернете, здесь очень прекрасно это рассказывает. Сами я вам не буду говорить, вы здесь все это видите, можете подписывать, рекомендовать. Поэтому вот здесь вот еще плюс как одна новинка, конечно же, все тот же тренд, легкость в нанесении здесь присутствует. Помада. Помада, во-первых, сразу насыщенный цвет после одного нанесения. И если вы видите, все оттеночки очень такие, как говорится, умеренные в тонах, даже те, которые вроде яркие, они очень достаточно такого вот как пастели, очень такого легкого, не яркого, насыщенного, кричащего цвета. Все действительно такого вот нежных тонов. И если говорить о румянах, то здесь действительно такой вот, да, нежный. О румянах здесь такой тренд идет, как я говорю, ухаживающий. И здесь минеральная, относится к минеральной косметике, в основном здесь микропудра минералов. И если вы почитаете в интернете, что значит минеральная косметика, то это та косметика, которая дополнительно ухаживает. Где-то я даже в каких-то комментариях к этой косметике читала, что даже можно высыпать, нет, это не будет ни в коем случае отражаться на вашей коже, это будет еще ухаживать. Но ни в коем случае засыпать ни с какой косметикой не рекомендую, но это говорит о том, что любая, если косметика уже написана минеральная, то это плюс в несколько раз к этой декоративной косметике. Плюс к этому, к этим румянам, кроме того, что они минеральные, вы видите, что они тоже такие пудровые. И за счет того, что это пудровые, у них насыщенный пигмент идет. Во-первых, вы будете более экономно использовать, их очень вам надолго хватит, вам достаточно чуть-чуть нанесения, и румяна, во-первых, будет распределяться. И, кстати, не забывайте о правилах нанесения румян. Тоже, если нужно вам будет сказать, то, пожалуйста, напишите в чате, тогда расскажу. Так вот, вот такой тренд идет сейчас и везде во всем мире нежность. И действительно, макияж девушки говорит об этом, что подчеркивается нежность, красота, естественность. И плюс, конечно же, не забывается про уход и про нас. Какие же еще новиночки сейчас в этом каталоге? Я больше всего о самых вкусных сразу вам хочу рассказать. Это аромат. Ну, любая девушка, конечно же, кроме того, что подчеркивает свои достоинства с помощью косметики,
она подчеркивает свою индивидуальность с помощью ароматов. И я скажу, что не бывает одинаковых таких вот ароматов, которые нам всегда нравятся, сколько проходит у нас настроение меняется и те ароматы, которые мы подбираем. Поэтому сейчас вот этот Wonderflower аромат для тех, кто хочет играть, например, на что-то менять. И, конечно же, дать, не зря вот такой лозунг, живи, играй, и здесь дать волю своему воображению. И не зря вот такие вот нотки, которые присутствуют в этом аромате, это груша, радужный аккорд, который поднимает сразу настроение. И когда его сразу нюхаешь, такое ощущение, как ты попал на цветочную поляну. Если ты его одеваешь на себя, то такое ощущение, что ты идешь с обхапкой большой цветов, и ты вот несешь вот эту красоту. И у тебя поднимается настолько настроение, что тебе хочется вот этой энергии делиться, дарить ее, и, конечно же, одновременно у тебя появляются новые идеи, появляется больше энергии на какие-то дела. Поэтому, если вы представляете себя вот такой вот большой хапкой цветов, что вы идете, несете красоту, то этот аромат для вас. Живите, дарите энергию людям. Ну, конечно же, еще плюс к этому компания радует ценами. И идет на этот аромат акция. При единовременном заказе на 380 тысяч белорусских рублей вы получаете скидку 45% на этот аромат. Поэтому дерзайте, у кого еще, может быть, кроме декоративной косметики, еще что-то вы пометили для себя, собирайте заказы для себя, своей семьи, выбирайте и, конечно же, добавляйте вот такой восхитительный аромат в свой заказ. И радует цена. Вот, идем дальше знакомиться с модными тенденциями, модными трендами. Кроме того, что мы дополняем свой образ ароматом, подчеркиваем индивидуальность, мы еще кроме этого используем аксессуары. Аксессуары – это немаловажная часть нашего гардероба, и компания Reflame сотрудничает всегда с известными брендами, с известными какими-то домами. Так вот здесь компания сотрудничество с шведским дизайнером разработала очень интересную такую вот коллекцию и аксессуаров, и шарфик. Причем здесь вот эта шит Дживази, здесь Дживари, она сотрудничает сама шведка, ну, родила Швеция, здесь она обучается в известном модном доме и плюс к этому разрабатывает различные продукты, которые популярны не только в Швеции, но и в других странах. И вот этот вот интересный такой принт, как яркий и одновременно нежный, будет прекрасным дополнением к вашему образу. Обратите внимание на ту акцию, которую компания предлагает, и по выгодной цене вы его можете точно так же приобрести при покупке на 740 тысяч, 760 тысяч, вы можете добавить за 155. И для вас, как бонус, 6 способов, как можно его применить и завязать у себя. Вы получите еще дополнительные инструкции по применению этого шарфика. Ну и не забывайте еще об аксессуарах. Ну что ж, с самыми ключевыми новинками мы познакомились. А вот для того, чтобы вам было проще ориентироваться, что для себя подобрать, что для своих знакомых, здесь вам в помощь, конечно же, такая вот градация. Компания предлагает различные такие вот линейки. Это уход за телом, за лицом, аксессуар, декоративная косметика, парфюм. И чтобы вам в различные категории подобрать то, что вам необходимо именно сейчас, и что в этом каталоге есть самое выгодное, пожалуйста, выбирайте и рекомендуйте своим клиентам, своим знакомым. Я думаю, большая такая вот подсказка будет для них. Так вот. В этом каталоге, что, вот помните девиз каталога, что значит быть женщиной? Это уметь расслабляться. Для тех, кто любит уход, для тех, кто любит спа-салоны, для тех, кто представляет и хочется прийти домой и почувствовать себя в салоне красоты, это серия для вас. Спа-салон у тебя дома. Нельзя такой вот компанию подсказочку делать, и вся эта серия абсолютно со скидкой вот такой 50%. Что могу сказать? Что эта серия, спа, что такое спа? Это увлажнение с помощью воды. И эта вся серия, она обладает очень уникальными увлажняющими компонентами. Комплекс гидрокена, основной бурой водоросли. Плюс к этому измельченный минерал малахит.
О пользе минералов я вам уже говорила, когда рассказывала про декоративную косметику. То есть это увлажнение плюс к этому и дополнительный уход с помощью минералов. Причем малахит, он такой вот, если помните сказку «Малахитовая шкала Турка», он был зеленого цвета, и вот здесь вся эта серия такого зеленого цвета. Что вы получите от использования этой серии? Во-первых, ваша кожа сразу же становится более нежной. Очень миленький скрабик. Он такой мелкие-мелкие частицы в нем присутствуют. И скраб идет как кремовой текстуры. Чем мне нравится еще вот второй продукт, это маска. Сразу же после ее применения у вас становится более светлее лицо, как будто бы она обновленная и белее. И во-первых, скажу, что даже в декоративной косметике, если вы используете более светлые тона, в тональной основе, это как бы вы себе уменьшаете возраст. Так вот, если вы хотите помолодеть сразу же после первого применения, так вот для вас маска, она уже сразу естественным становится. И здесь добавлена глина, то есть вы ее когда наносите, обязательно используйте, что она должна засохнуть, и она еще дополнительно увлажняет вашу кожу минералом. Сыворотка. А сыворотка это вообще, не знаю, уникальный продукт. Причем сыворотка, в отличие от кремов, она проникает намного глубже. И ее можно использовать, если у вас шелушится кожа. А всегда, вот я помню, зимой у меня были такие проблемы до того, как правильно стала ухаживать. Если у кого-то есть, вот это спасение будет для вас, правильный уход. Зимой вот Т-образная зона, это шелушение. Вот если у вас такая есть проблема, значит, вашей коже просто не хватает влаги. И сыворотка это будет для вас спасение. Используйте до нанесения крема, и вы сразу почувствуете эффект, результат. И она абсолютно отличается по составу, по текстуре от крема. Крем, а здесь уже не знаю, экономия для всех. Кроме того, что это со скидкой 50%, так он 2 в 1. Он дополнительно еще к этому является дневным и ночным. Дневным. Комплекс гидрокай, который увлажняет, а ночным это минералы, которые присутствуют, он улучшает регенерацию клеточки. То есть вы можете использовать и днем, и вечером. Поэтому для ленивых, которым не хочется покупать две баночки, этот крем для вас. Он будет и дневным, и ночным вашим являться. И по возрасту, ну, здесь можно где-то с 20 лет рекомендовать. Так, ну что? Если кто-то еще задумался над тем, нужна ли ему серия спа, поэтому рекомендую еще, конечно же, компания предлагает для нас масочки. Кроме того, что маски, которые на основе минералов, вот это светский спа, здесь маски абсолютно разные. Здесь уже у вас маски выбираете по типам кожи. И если у вас жирная кожа, комбинированная, то рекомендую маску на основе репейника. Здесь будет очищающий. Причем репейник, он очень хорошо улучшает обновление клеточек. А вторая масочка для сухой кожи, здесь уже больше увлажняющая, с овсом. Поэтому тоже учитывайте, что в зависимости от типа кожи выбирайте. Огуречная, она больше увлажняющая. И рекомендую такие маленькие рекомендации для по нанесению маски. Не наносите ее перед тем, как идете на улицу, за 40 минут до выхода на улицу. Это вот как табу должно быть. То есть лучше всего наносить любую маску перед сном, когда вы ложитесь, чтобы прошло где-то часик перед тем, как вы ложитесь спать. Не забывайте об этих таких маленьких факторах. Ну и, конечно, чтобы защитить наши губки, вкусные-вкусные блески для губ. Причем они настолько вкусно пахнут, когда их начинаешь как будто бы ягодками, как будто вот перед тобой лежит вот эта вот тарелочка с ягодами, ты ощущаешь, насколько они вот вкусно пахнут. И вот для вас такая вкусняшка, блески для губ тоже с хорошей скидкой. Причем учитывайте, что они без аппликаторов, здесь вам нужно или лопаточкой, или пальчиком наносить. Вот это вот такой нюанс. Ну и по уходу за нашими веками, за областью вокруг глаз, здесь специальная крема для век. Конечно же, не забывайте о правилах нанесения их и о том, что вы в зависимости от того, что вы хотите для себя, какой результат получите, вы так и выбираете. Если у вас кожа сухая, если вам нужно увлажнить, если вы чувствуете, что у вас морщинки просто образуются от того, что не хватает влаги, у вас пересушена кожа, тогда вы выбираете шиповник. Если у вас немножко чувствительность есть, либо у вас молодая кожа, то значит алоэ. Если хочется антивозрастной эффект, то есть то тогда выбирайте третий вариант. И, конечно же, люцерну.
Здесь учитывайте, что использовать любая серия Love Nature, она использует все полезные свойства тех растений, которые представлены. То есть она не обладает такими уж сильными антивозрастными компонентами, но она в любом случае дает именно тот результат, который дают эти растения. И, конечно же, радует цена. Вот, радует цена, и для вас рекомендую, пользуйтесь для себя, можете даже два выбрать на ваш выбор, если вам подходит по возрасту. И следующее, если кто-то еще не подобрал для себя уход за лицом, компания предлагает множество решений, оптимальных решений для вас и вашей кожи. Серия Optimus, причем Optimus, она так и называется, я ее называю, что она оптимально приближает нашу кожу к нормальному состоянию, которое должна быть у нее. Скажите, все, нужно ли кому-то рассказывать, как определить тип кожи и как подобрать вам те или иные крема, вот которые, о которых сейчас я буду рассказывать. Так вот, у нас здесь на картинке, с чего начинается у нас, если нужно, пишите в чате, с чего начинается уход. Ну, в первую очередь мы встаем, мы умываемся. Так вот, правильный уход, который рекомендуют косметологи, любые косметологи, он четырехэтапный. Первое – это очищение, второе – тонизирование, увлажнение и питание. И очищение и тонизирование – это один из важных этапов, которые подготавливают нашу кожу к нанесению любого крема. И к этому моменту нужно правильно подходить и выбирать по типу кожи. Если у вас комбинированная кожа, то компания здесь тоже представляет серию, это с зелеными листочками. Если у вас нормальная зелененькими листочками для жирной кожи, если у вас нормальная комбинированная, то синенькими листочками. И тоже не забывайте, что серия, кроме этого, обладает еще антиоксидантным эффектом, поскольку содержит экстракт шведской брусники, это экстракт ягод и листьев вытяжку. И для вас, конечно же, вот такое вот оптимальное соотношение. И важное такое правило, которое дают косметологи, очищение и тоник должны быть всегда в паре, ни в коем случае не разрывно. Кто-то делает ошибки, что пользуется одним тоником, кто-то одним очищением. Но это немножко неправильно, вы можете почитать в интернете, почему нет, почему обязательно нужно быть в паре. Поэтому послушайте наши вебинары по уходу за лицом, там все это подробно рассказывается. Идем дальше. И третий, четвертый этап, как я говорила, это наше увлажнение и питание. Это наша защита и питание ночью, которое специально делает для кожи регенерацию клеточек. И здесь точно так же подбираем любые крема для того, чтобы подобрать по типу кожи, но плюс к этому оптимально, чтобы подходило и приближало кожу к нормальному состоянию. Здесь компания предложила крема для сухой кожи и для нормальной комбинированной. Причем очень важно, что для сухой чувствительной кожи, потому что сейчас зимой в основном кожа большей частью становится чувствительной, появляются какие-то факторы покраснения, поэтому это вот важно понимать. Если у кого-то есть такая вот проблема, как пигментные пятнышки, или веснушечки, вот, которые появились после лета, и вы понимаете, что нужно что-то с этим делать, то для вас спасением будет вот эта серия, которая оптимально подберет для вас, оптимально поухаживает за вашей кожей. И здесь есть и дневной, и ночной крем. Для кого такая вот очень жирная кожа, специально крем-флюид. И есть точно так же и концентрированный крем, вот в тюбике справа вы видите, которая вся серия абсолютно содержит фактор защиты очень высокий. Ну, как мы знаем, в основном проецирует появление пятнышек, это солнышко. Поэтому, чтобы защититься от него и помочь нашей коже вот поддержать вот это равновесие, обязательно важен вот этот фактор защиты. И важно, когда вы будете покупать или кому-то рекомендовать эту серию, не забывайте еще использовать скрабик, поскольку серия дополнительно будет осветлять немножечко верхние слой клеточек кожи, поэтому обязательно, чтобы лишние мертвые клеточки скрабиком убирали. Поэтому вот такая вот рекомендация для вас. Ну и плюс радует цена, поэтому не забывайте об этом тоже. Для
для тех, кому вот, ну, чуть-чуть постарше, и хочется какие вот нюансики своей кожи подправить, сделать меньше морщинок и больше упругости, тот результат, который уже буквально через 2 недельки вам покажет вот эта серия. Серия, которая эластичность плюс. Специальный компонент магний, который дополнительно будет давать упругость. Вся серия Optimus содержит экстракты шведской брусники, это ягодок и листьев, но плюс дополнительные компоненты, которые позволяют вот с каким-то отдельным фактором бороться. Так вот здесь вот есть магний. И вот эта серия дает такой отличный результат. Кроме этого, для тех, кому ну, вот чуть-чуть больше 50 и хочется немножко подтянуть контур, чтобы у нас мы улыбались всегда, ну, как говорится, и наше лицо нам не показывало свой возраст, вот такой лифтинг, уход и по отличной цене. Эта серия в своем составе, кроме специального комплекса брусники, содержит еще дополнительно экстракт магнолии. Вот этот вот экстракт будет нам подтягивать контур лица. И здесь используются только вот свойства каких-то растений, вся серия Optimus. И дает вот такой натуральный эффект и натуральную нам красоту. Ну что, если кто-то для себя что-то подобрал, что-то для себя выбрал, пишите, делитесь в чате. Ну, конечно же, кто-то обратит внимание, тоже для себя выберет. Если говорить о красоте, то красота у нас начинается не только с ухода за лицом, но и уход за волосами. Это то, зачем мы, девушки, всегда стремимся ухаживать, всегда стремимся их длинными, чтобы они были. Кто-то не хочет длинными, даже если они короткими, то все равно, чтобы они выглядели ухоженными. И быть женщиной – это обладать секретом. Так вот, секрет красоты ваших волос – это серия Элео этого каталога. И акция, которая сейчас в компании есть, это точно так же делать единовременный заказ на 230 тысяч белорусских рублей, и вся серия продукта Элео будет для вас со скидкой 40%. Чем мне нравится эта серия? Во-первых, своим составом, уникальным составом. Органы, масло органы. Оно настолько редко, если вы захотите даже в интернете просто почитать какое-нибудь просто масло органа без каких-либо добавок, оно будет стоить достаточно дорого. Больше 200 там, или 300 тысяч, насколько я помню, когда-то в свое время искала. А здесь, кроме того, что масло органы, которое собирается вручную, есть только в одной стране и под контролем государства все это производится. Так вот, кроме масла органа, здесь есть еще дополнительно масло розы, которая очень хорошо увлажняет. Здесь есть масло репейника, которое дополнительно еще успокаивает кожу головы. А если у кого-то может, ну, есть перхоть от того, что сухость кожи головы, то оно плюс к этому поможет бороться с перхотью. И плюс витамин F, который очень полезен на наших волос. Сразу же после первого применения, когда я эту серию попробовала, во-первых, мне поразила мягкость, которая чувствуется в волосах. Когда они, ну, и не знаю, даже после шампуня мне казалось, что они уже такие можно легко расчесывать. Но и плюс к этому мне поразило масло, которое наносишь, и настолько вот легкость чувствуется. Обычно, знаете, как вот такой стереотип масла наносишь, и я такое ощущение, что вот после этого волосы как будто бы их и не мыл. Ощущение, что они будут вот грязными все равно. Так вот, после нанесения масла волосы, наоборот, становятся такими легкими, послушными. И вот это масло сейчас, которое идет со скидкой, оно очень хорошо подходит для тех, у кого поврежденные кончики, повреждены волосы, то есть используется для питания ваших волос. Это очень классные продукты, несмотря на то, что они где-то чуть-чуть, может быть, по цене не такие, как привычные нам, но купив их один раз, вы почувствуете уже сразу, насколько они отличаются по цене и по качеству. И кроме этого мы ухаживаем за волосами, не забываем поухаживать за телом. И всегда самая такая вот болезненная тема – это уход за руками. Что хочется, чтобы крем одновременно был легким, чтобы всегда он впитывался. И вот быть женщиной – это означает нежность. Так вот, чтобы ваши ручки были нежными. И для вас вот эта серия на основе масла макадами. Причем масло макадами очень хорошо увлажняет наши кожи. Она обладает уникальными такими антиоксидантными свойствами. И плюс у него такой вот запах сладости. Так вот эта вся серия такая вот немножко сладковатая. Кому такие ароматы нравятся, поэтому вот крема для рук, эти для вас.
Один из них просто для сухого ухода, если кожа сухая, второй больше для ухода за ногтями, за руками. И еще, конечно же, такое вот универсальное средство для тех, кто постоянно в дороге, нет возможности помыть руки, либо у кого детки есть, им нужно помыть ручки, чтобы не кушать грязными руками. Это специальное антибактериальное средство. Ну, конечно же, отличная цена на все эти продукты, скидка 50%. И что еще хочется сказать, новиночки прошлого каталога все продолжают нас радовать. И вот здесь точно так же наборчики идут, наборы гель для души, мыло. Скажу, что очень вкусненькие. Если кто-то из вас вообще их пробовал, напишите в чате свои отзывы. Они настолько приятные, что мне кажется, их открываешь баночку и хочется съесть. Причем здесь абрикосы, рисовое молочко. А вот киви, здесь такой вот универсальный гель, который плюс еще к этому такие вот косточки киви, которые идут, такие вот семена, оно дополнительно будет вам отшелушивать, давать легкую такую нежность вашей коже. Да, вкусненькие. Спасибо за отзывы. И серия «Секреты природы» продолжает тоже радовать нас своими ценами. А для тонких волос, если у кого-то хочется больше объема, у вас тонкие волосы, это серия «Зеленый чай бергамот». Уже сразу название говорит о том, что это будет вкусно. Такой вот представьте, что вы пьете чай вкусный, вот знаете, как идешь в душ, и ощущение, что ты одновременно и путешествуешь, и плюс корзину с фруктами держишь, и все вместе, и настолько вот благоухающие такие ароматы, которые радуют тебя. Так вот, такая вот вкусняшка для нас вот по такой скидке. И новиночка для наших нежных зон, для средства для интимной гигиены, конечно же, позволяют более деликатно ухаживать. Причем это новиночка на основе розы, розовой воды. Здесь какой плюс? Здесь, во-первых, pH специально нейтральный. Здесь содержится молочная кислота, которая специально вот разрабатывалась гинекологами, чтобы не нарушать pH и вот ту, как говорится, pH норму, которая необходима для наших нежных зон. И, конечно же, еще плюс к этому уход более деликатных, мне все, кто пользуется, сама пользуюсь, мне очень нравится белая серия. Здесь, конечно же, чувствуется, что, во-первых, очень профессионально же подходили разработчики к этой серии. Настолько она нежно и деликатно ухаживает. Ну и радует то, что объем большой, 300 мл надолго хватает. И, конечно же, будете пользоваться. Иногда хочется, да, не нарушать микрофлору. И здесь иногда хочется даже несколько ароматов, поскольку 300 мл очень много. Поэтому выбирайте для себя не только один, но и несколько. И попробуйте хотя бы раз, вы уже эту серию Феминель ни на что не променяете. Поэтому для вас новые ароматы, конечно же, пробуйте для себя новые вкусы. Ну и, как я говорила, идя в душ, можно и окунуться в путешествие. Для тех, кто любит путешествия, и мы все знаем, что иногда ароматы у нас ассоциируются с какими-то странами. Так вот, если вы хотите попутешествовать в такую страну, как Исландия, для вас вот эта серия на основе можжевельника. Немножко такой запах хвои и такое ощущение, что вы стоите на берегу какого-то обрыва, вы чувствуете запах моря или запах океана, и вдалеке у вас какие-то хвойные растения, вот этот аромат вы ощутите одновременно море и хвойных растений. Поэтому аромат одновременно свободы, аромат Исландии для вас вот в этой серии Discover. Скидки 50%. Ну а для тех, кто тоже любит путешествия, но немножко нравятся китайские мотивы и китайская такая культура. Одновременно их ароматы, их такие вот специи, такие вот нюансики в запахах, вот такой вот как цветочек цубаки для вас в этой серии Discover. Поэтому берем этот гель для душа, отправляемся вместе со своим спутником путешествовать в такую вот Японию. Новиночка этого каталога, и для тех, кто нравится аромат с утра кофе, и это кофе хочется, чтобы оно присутствовало и в душе, такого, знаете, сладости одновременно, то для вас серия Discover «Кубинские мотивы». И эта серия на основе кофе, конечно, что значит кофе?
Кофе такой, тот аромат, который нас будет и одновременно заряжает энергией. Поэтому просто используя этот гель для душа, вы уже будете заряжаться энергией, заряжаться позитивом. Поэтому приобретайте для себя, идите в душ, ну и одновременно с хорошим настроением выходите, радуйте всех окружающих. Вот это вот те, которые новиночки в серии по уходу за лицом и лучшее предложение. Ну а для того, чтобы подчеркнуть наш образ парфюмом, а что такое парфюм? Как Коко Шанель говорила, это то, что звучит перед нашим приходом и оставляет след после нашего ухода. Поэтому в зависимости от того, как вы хотите, чтобы вас видели окружающие, так и выбирайте ваш аромат. Причем в зависимости от аромата вы можете уже сами себе поменять настроение. Так вот, если вы хотите, идете на вечер, встречи, либо у вас какое-то свидание, используйте love potion. Можно, сейчас сделаем погромче. Используйте love potion. Причем love potion – это аромат соблазнения. Он содержит афродизиак, он содержит нотки шоколада. И он такой, знаете, немножко насыщенный, сладкий аромат. И одев его, можно себя, вот как я бы представила девушку, в таком соблазнении. Можно сказать, для тех, кто хочет выйти замуж, но вот такой вот, знаете, нежный, романтичный, то вот этот аромат более такой вечерний. Это тот аромат, когда вот принцесса Ливи сидит вечером, и вот в сумерках, при том, когда звезды светят, и вот она в такой вот романтичной атмосфере наблюдает за тем, что происходит. И вот этот аромат для романтичных натур, одновременно такая нотка грейпфрута, которая дает искринку для него и такое вот интересное открытие. Поэтому для вас такая акция, два аромата со скидкой 50%. Ну что ж, а для мужчин самое выгодное предложение, это, не знаю, один из самых таких популярных ароматов, универсальных, это S8. А почему S8? Потому что он содержит в своем нотке 8 таких нот. И можно сказать, что он для сильных, стремительных, для таких вот креативных. Кстати, когда создавался этот аромат, то парфюмер продумал того мужчину, который любит энергию, любит город, любит креативить. Он одновременно, вот если кто-то даже, ну, хоть он ароматизирован, но если кто-то не знает аромат, он и легкий, но одновременно мужественный. То есть кого можно представить? Мужчину, который такой, может, молодой, но достаточно энергичный, который умеет креативить. И плюс мне нравится такая вот красивая дизайнерская упаковка. Классная цена, всем рекомендуйте. Кто еще не купил, 178 тысяч, это просто шикарно. И плюс он очень достаточно стойкий. И я бы сказала, что это аромат Дон Жуана, потому что в основном его вот девушки очень любят. Ну и, как я говорила, всегда аромат рекомендуют дополнять образ парфюмированной воды, это специальными продуктами, это дезодорантами, кремами для тела. Так вот, лучшее предложение – это дезодоранты по выгодной цене со скидкой 50%. Все абсолютно разные и все абсолютно такие вот необычные. Каждый выбирает для себя что-то свое. Для мужчин тоже дезодоранты со скидкой 50%. Вот Excite – это мой любимый аромат, и Клад тоже нравится, поэтому можете выбирать не один, а два. Для ваших мужчин тоже делайте подарки. И самое лучшее выгодное предложение – это в середине каталога. А в середине каталога тоже ароматы, причем здесь уже парфюмированные, здесь уже больше такой вот, более стойкие они будут, чем просто спреи, которые мы были на предыдущем слайде видели. Вот эти два аромата абсолютно разные. Если зелененький более такой, как нежнее, то желтеньким вот Go, вот этот аромат, он более такой пряной текстуры, такой с горячинкой, с перчинкой. Вот. А для наших девушек тоже интересное предложение. Вот такие спреи, причем они абсолютно разные, более такой с цитрусовой ноткой, сирененький более такой успокаивающий. И тоже отличное предложение. И посмотрите, пожалуйста, в каталоге, насколько классный объем у этих продуктов и классная цена. Поэтому рекомендую вам, обращайте внимание. Ну что ж, про декоративную косметику мы вначале вам говорили. Но что же еще интересного нам компания предлагает именно по декоративной косметике сейчас? Давайте с вами смотреть.
Здесь что значит быть женщиной? Ну, это принимать себя и подчеркивать свою индивидуальность. И один из продуктов декоративной косметики, выгодное предложение, это BB-крем. И BB-крем, если вы почитаете, 8 в одном. То есть он одновременно решает 8 проблем. Он в первую очередь не содержит масел, ну то есть не будет такого блеска. Он дополнительно, вы его можете использовать как крем, если вам не нравится. Ну вот, например, летом иногда рекомендуют так, у кого, кто не любит крема наносить. Вы можете просто использовать BB-крем, если очень тяжело для вас крем и тональная основа. Здесь он дополнительно защищает вашу кожу, это фактор защиты 30, это очень много. Маскирует, делает ровным тон лица, то есть попробуйте, это универсальное средство, которое 8 в одном. И следующий продукт, который тоже по хорошей цене, 3000 идет, это палитра для бровей, для коррекции бровей. Но вот это просто вау, поскольку, чем мне нравится, здесь матовые текстуры абсолютно всех нет, их надолго хватает. Здесь, во-первых, вы можете взять дорогу, здесь есть зеркальце и специальная щеточка скошенная, то есть вы очень удобно будете наносить. И для вас прилагается еще дополнительная инструкция, как правильно наносить, как правильно скорректировать. Сейчас идет тенденция нет нарисованных бровей, есть только естественность. И, во-первых, кроме того, что здесь два вида теней, вы можете подкорректировать, если вам необходимо два стушевать, если вам цвет не нравится ни один, ни второй, то есть универсально. Здесь есть еще и специальный воск, который позволяет закреплять эти бровки, и у вас получается вот такой более естественно красивый макияж. И не зря у нас макияж начинается с бровей, то есть это тот тренд, который уже сразу нам дает и подчеркивает нашу индивидуальность. Рекомендую всем, у кого нету, первое, на что обратите, это вот на этот продукт. Он хватит его надолго, очень надолго. Я не знаю, я уже пользуюсь больше 2 лет им, и мне кажется, это нескончаемый продукт, как и румяна, поэтому рекомендую. И второй продукт, третий продукт, который тоже идет со скидочкой, это специальный гель, который вы можете наносить под тушь, просто наносить утром и вечером, просто для закрепления. Он содержит пантенол, вы можете просто для того, чтобы бровки, ну вот, закрепить, чтобы был больше, лучше эффект естественности. То есть это тот продукт, который позволяет дополнительно ухаживать. И плюс еще скидка 50%. Ну а еще больше скидка для тех, кто любит креативить, чтобы наши ноготки выглядели поярче и выбирать свой стиль. Причем здесь 3 разных выбора для вас. Здесь специально стойкий лак для французского маникюра и дополнительно тоже еще как белый лак тоже для французского маникюра. И все это со скидкой 60%. Тоже для вас такой прекрасный плюс. Ну и еще плюс по ценам для вас это туши, причем разные. Серия VME, такой вот молодежной креативной косметики, вы можете подобрать для себя разные тоши, причем где-то вам захочется длины, пожалуйста, где-то объема, где-то яркости, выразительность. Выбирайте то, что вам нравится, и цена радует. Огромнейшая скидка, 43 тысячи, я не знаю, ну, где еще можно по такой цене, можете сразу 2 брать, уже сразу различные для вас варианты. Новиночка в декоративной косметике в VME серии – это подводка, которая появилась за 78, ну и карандаши. Причем карандаши, я говорю, тоже для ленивых можете выбирать. Вот здесь вот, покупив 2 карандаша, вы сразу 4 цвета для себя подбираете. Причем карандаши, скажу, в отличие от выкручивающихся, они более такие твердые. Если выкручивающиеся карандаши, они такие мягкие текстуры идут, то кому нравится, чтобы была тонкая, хорошая линия, чтобы они хорошо рисовали, то вот такие вот, чтобы затачивать их. Мне очень нравится белый с черным, но такой универсальный. Если белый вот где-то в уголке глаз, то во внутреннем уголке века, то черный во внешнем, то есть очень хорошо тоже
для себя подбирать. Ну, конечно же, не забывайте креативить, всегда пробуйте что-то для себя новое. И не зря вот такие тени появились в компании. И новиночка тоже 3 новых оттенка, где вы можете наносить и влажным, и сухим нанесением. И это будет плюс для вас, дополнительный такой фактор, как вы можете использовать как для дневного макияжа, так и для вечернего. То есть при влажном нанесении, пожалуйста, вы можете влажным аппликатором для себя использовать. И такая вот акция на них при покупке 2, 46 для 200 стоит тени. Тоже выбирайте, покупайте 2, себе объединяйте с собой, подругой, там, не знаю, себе 2 сразу выбирайте, поэтому для вас вот такой вот плюс. Ну что ж, сегодня наша встреча уже подошла к концу. Я сегодня очень быстро вам рассказала, Наденечка очень спешила, хотела побыстрее все успеть. Ну что ж, я думаю, вы для себя уже определились, что для вас быть индивидуальностью, что для вас быть самое такое вот яркое, неповторимое. Поэтому просто для того, чтобы услышать обратную связь, скажите, какой из тех продуктов, о которых я вам рассказывала, какой вам понравился, напишите в чате. А если вы уже для себя уже сделали заказ и что-то для себя выбрали, то напишите, что вам понравилось. Да, хочется всего и побольше. Скажу, что я когда готовила презентацию, мне уже захотелось много всего, особенно влюбилась в некоторый аромат, вот, который сейчас компания предложила, и представить себя прогуливающейся по лесу с охапкой цветов. Поэтому вот такой вот компания нам подготовила такие креативные разные новиночки. Ну что, оставайтесь в этой вебинарной комнате.